Дарья Марина переехала в Шебекино в 90-х, получила высшее образование, создала семью. Всегда занималась творчеством, больше всего нравилось фотографировать, созерцать природу. В ее коллекции немало красивых снимков, а теперь девушка предпочитает создавать прекрасное своими руками. Почти каждый день озеленитель помогает любимому городу расцветать. Все тут одна большая, наверное, семья. Все люди хотят жить объединенно. Вы знаете, вот мы находимся на клумбах, проходят люди. Они нас благодарят за то, что мы делаем эту красоту. Мы делаем свое дело, мы хотим, чтобы люди видели это. Наверное, это самое важное, чтобы город был для нас, наверное, в идеальном состоянии. Такие яркие цветочные композиции украшают многие районы города. В дополнение к ним – чаши и вазоны, малые архитектурные формы. В этом году специалисты увеличили количество однолетников почти вдвое. К привычным петуньям добавили сальвию и тагетис, в простонародье – бархатцы. На сегодняшний день у нас под однолетку 1 гектар. В этом году планируем высадить 330 тысяч цветов. Мы еще заказали около 1500 чаш, термочаш под ампельные растения. Тем самым увеличили их количество на 50%. 10 тысяч ампелей мы высадим в этом году. Растения на улицах Шебекино сотрудники коммунальной службы сервиса высаживают ежегодно. Жителям такое преображение по душе. Очень красиво. Город преобразился. Спасибо, да, девочкам. Пускай трудятся, да, молодцы. Город вообще прекрасный. Красиво. Разные цвета, да, нужно. Очень нужно. Александра Харина, Эдуард Горелов. Программа «Такой день» на Мире Белогорья.